Все как обычно. Пошел в ранге свой первый бой сегодня. И как обычно ничего не включил. Сегодня у нас понедельник, 9 октября. Примерно 19:00 времени Новосибирского. Состав команд очень интересен. Выглядит это следующим образом. Два авианосца Чекалов и Импалакабл, короче, какой-то Импакарабл, я не выговариваю эти слова. Амаги, Норка, Бисмарк, Атага, Сашу Б и Атага Б. Это у нас. Там Небраска, Бисмарк, Один, Кливленд и Хейзен Янг. Наверное, так это звучит. Я выбираю домашнюю точку. Быстренько-быстренько на нее выдвигаюсь. За каким-то хреном за мной увязался эсминец. Хотя самое бы время ему было пойти на А. Но, может быть и нет. Может быть, он и поступил и правильно. Потому что А это спорная точка, и туда эсминцы не идут. Авик засвечивает все, что у нас тут происходит. И, наверное, все-таки это было ошибкой эсминцу не пойти туда. Смотрим, как будут развиваться события дальше, но... Не знаю. Понимая это, что А осталось бесхозным, даю команду, мне отвечают, что да, сейчас мы кинемся туда. Но я решаю уйти в центр, потому что, ну, наверное, все-таки лучше контролировать ситуацию, помогать и на том фланге. Эсминец врезается в меня, где-то тонну краски он мне должен, ну, бог с ним. Авианосцы что-то летают, что-то смотрят, я разворачиваюсь направо. Вот этот эсминец мне сразу не понравился по одной простой причине, что это какая-то такая позиция у него неоднозначная. То есть, куда он пойдет после захвата? Понятно, что на А он вроде как уже и опоздал. Но что делать с С? Похоже, даже он не понимает. Ну вот он куда-то собирается идти налево. И здесь до конца его маневры непонятны. Что там делает ихний авик? Ну, наверное, пытается спикировать на Бисмарка. Я занимаю позицию и понимаю, что лучше попробовать поработать по Небраске. Залп. Первый залп в этом сражении. Вот тут я допустил ошибочку. Надо было резко уходить от ворот. На 4356. Неплохо. Для начала. Второй залп. Половина попадает в остров. Вторая половина проходит дальше. И вот летит плюха. Настолько хорошая, что если бы я дернул штурвал вправо и ушел бы туда, это было бы намного лучше. Здесь никакого результата. Я ухожу от ворот и понимаю, что я не зря сюда пришел для снижения возможного урона. Небраска это тоже понимает. Она увидела, что тут два линкора и авик. И что ей плохо. Возможно, будет плохо. Уходит от ворот. Я на всякий случай сбросился торпедами. Непонятно, для чего я это сделал, но на всякий случай. Между островами делаю разворот. Понимаю, что как бы здесь у нас уже все хорошо, что против трех наших лодок Бисмарк вряд ли вытянет. И понимаю, что надо возвращаться. Ну, то есть болтание в центре, оно в принципе себя окупило. Против четырех лодок играть Небраска и Бисмарк, ну, это не наш случай. Тут замечаю, что С берет С. Этот мерзопакостный кореец или китаец, хрен поймешь, начал забирать точку. А у нас еще проблемы с Небраской.
которая по мне стреляет. Стреляет, надо сказать, не безрезультативно. Но пытаюсь разворачиваться, отсвечиваться. Пора уже давно, чтобы какую-нибудь плюху не словить. И иду на Хуянга на этого, или Хэйзиянга. Он так мило идет. Разношу по горизонту и ничего с него не снимаю. Чертовски обидно. Перезарядка. Эсом куда-то корячится. Стреляю. Скидываю торпедки, мало ли чё. И аж 6 попаданий фугасными снарядами. Опа! А дела-то не очень у парня. И он продолжает идти. Примерно с тем же... Опс! И парня нет. За 2 залпа... Чё-то больше десятки я с него снял. Надо думать, как забрать обратно С. Но Один очень настойчив в том, чтобы прикончить нашего Асашу. Но Бисмарк отходит так очень вполне корректно. И тут появляется вражеский Эсм. Чего мне больше всего не нравится... С явными намерениями что-то с меня снять. Поскольку мы знаем эту лодочку, я про вражеский эсминец. От одного залпа мы уходим прям легко, торпедного. А вот второй должен нам добавить какие-то неприятности. Да, неприятности оказались минимальными. Не так уж много мы и потеряли. Ну, начинаем воевать с Одином, потому что точка не захватывается, и Один что-то какой-то прям гиперактивный. Исходим из того, что надо попробовать его победить. Союзнички не отстают от Одина, ну и не мои небольшие, мой небольшой вклад в это, вот он прям летит, бамс, действительно вклад небольшой, 2 пробития, 2 рикошета, союзники, сфокусировать огонь на цели. Да, прошу поддержать, еще 2700, ну как бы. Тут мои союзники развоевались, от Одина ничего не остается. Как никогда победа оказалась близка. Понимаю, что с Авиком разберется о маге. Я иду на точку и разворачиваюсь на Небраску. Тоже хочу принять участие, чтобы немножечко набить урона. Понимаю, что стрелять почти бесполезно. Идем влево. Точка захватывается. Ну, вот Асашева сейчас будет показывать чудеса героизма. Чудеса героизма в плане того, что решил аннигилировать Небраску. С учетом количества его торпед и как-то вот Ракус, конечно, для сброса торпед не очень, скажем так, но наша команда получила преимущество. А Сашу активировался. Первый сброс торпед, второй сброс торпед. Авианосец тут, похоже, подключился, но мимо. Нет, попал. Ну и торпеда Асашева. Моя плюшка на 1500.
которые добивают его. Долгожданная победа, друзья, долгожданная, вымученная. Ну, мне повезло с союзниками, с коллегами по цеху, ну что, здорово, здорово. Я в золотой серединке с одним утопленным кораблем и 1407 урона. Первая звездочка упала мне на погон. Тут как бы смотреть что-либо бесполезно. Одна утоплена, но вот с кого я что наколотил. Как бы бой понравился, поэтому я его решил записать.